Доброе утро, уважаемые депутаты, уважаемый Дмитрий Викторович. Вашему вниманию представляется проект закона Красноярского края о внесении изменений в приложение 4 к закону края о системе наград Красноярского края. В соответствии с данным законом в Красноярском крае почетным знаком «Материнская слава» награждаются женщины, проживающие на территории Красноярского края не менее 10 лет, родившие либо усыновившие 7 и более детей. Данным женщинам в случае награждения их почетным знаком выплачивается единовременное материальное вознаграждение из средств краевого бюджета в размере 10 тысяч рублей, в текущем году с учетом индексации 15 743 рубля. И по инициативе губернатора Красноярского края в целях поощрения женщин, награжденных указанным почетным знаком, мы предлагаем предусмотреть, начиная с 2020 года, увеличение единовременного материального вознаграждения до 100 тысяч рублей с последующей индексацией. За весь период действия закона 254 женщины награждены таким знаком в Красноярском крае. В текущем году 7 таких матерей награждено. И эти награжденные в текущем году также в следующем году получат уже большую выплату. Проект закона отработан с экспертно-правовым управлением, со счетной палатой, рассмотрен на комитете. Я прошу вас поддержать его в двух чтениях. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы к докладчику. Денис Геннадьевич, прошу. Я сначала здесь созыва уже говорил, когда мы начнем поддерживать мужчин. Все о женщинах говорим. Знаки женщинам вручаем почетные, а мы о мужчинах мы забываем. В том числе я к вам уже не раз обращался. Если позволите, пожалуйста, то при награждении данным почетным знаком также награждаются отцы. И вот в последнее награждение мы награждаем не только матерей, но и отцов этих семей. Так а вы не замалчиваете? Говорите больше о мужчин. Их и так меньше у нас. Хорошо.